Твою мать, что ты орешь? Ты что, придурочный? Что за мода выйти на людей наорать? Они тебе что-то сделали или что? Фу. А ну открой рот. Открой рот. Нёба не чёрное. Что ты бешеный такой? Я не понимаю. Фу. Извините, мы... Ну... Скотина такая. Ты понимаешь, что я из-за тебя весь текст забыл? Молодец. Станислав Владимирович. Понимаешь, я весь текст забыл. У меня все, у меня гуси поразлетались, я не помню, что мне говорить, ты понимаешь? Че ты на него орешь, а? Ты вообще куда ты лезешь, ты? Так, я к себе такого отношения не потерплю. Я, между прочим... Я вижу. По тебе сразу заметно, что ты, между прочим. Знаешь, в супермаркетах есть корзины с товаром, такие, ну, гривны по 3. Такие, ну, чисто между прочим. И вот там, где-то между прочим, ты. Значит, слушай меня сюда, сомелье колбасный. Значит, во-первых, если ты думаешь, что ты взял меня за шею, я спешу тебя огорчить. Это все еще подбородок. А во-вторых, пацаны, че встали? Хали-гали, сапоги, сандали, поехали, погнали! Опа! Ну что же, давайте начинать. Итак, на Одесском ЖД вокзале. Мужчина! Я вам объясняю! Я не могу вас пустить в вагон без билета, вы понимаете? Женщина, послушайте! Мужчина, послушайте вы! Я спокойным тоном объясняю! Пойми, нельзя в вагон без билета! Женщина, да поймите! Да пойми ты, тварь! Я культурно! Нормально тебе говорю, нельзя без билета! Женщина! Что? Есть у нас билеты! Правда? Да. Зайди туди, пожалуйста, через четвертый вагончик. А почему? Да я тут в дверях застрял на неделю, уже не туда, ни туда. День города в Херсоне. Так, ну все, салют подивились, сидіть домой. Какой салют? Ничего не видно. Потому что день. Так а почему вы его ночью не запустили? Потому что ночью люди сплют, ты что не понимаешь? Тем более, там ночью Дима по лавочке не попадает. Что? Так не важно. Не важно, я не понял, что-то не нравится? Мы хотим другого мэра. То едьте в другой город. Ну, логично. Логично. И вообще, знаете что? Вот вы вот так вот будете вести, я себе вызову вертолет, обижусь на вас и улечу. Вон он, кстати, за мной уже летит, вон. Нет никакого вертолета. Потому что салюты не видно. Ну...
Наши туристы очень любят понтоваться. Итак, в мексиканском ресторане. Самый острый буррито. Может, не надо? Самым острым соусом. Может быть, воды? Да, но самый острый. Хорошо. Кирюха, может, ты зря вот это заказал? Сейчас как принесут. Ой, я ты умоляю, пожалуйста. У меня на острый иммунитет с детства, я тебе серьезно говорю. Я в детстве два мешка перца горошком съел. Знаешь, вся круг? Думал, черная икра. Серьезно. У меня иммунитет, понимаешь? Ты тещу мою знаешь? Она тут при чем? У нее язык такой острый. Вона сало с ластями прямо в роте нарезает. Я тебе серьезно говорю. Поним? Я в детстве, когда болел, я горчичники на грудь не клал. Я их ел, кипяточком запивал, сверху сідала киця, двойный прогрев. Все, я тебе серьезно говорю, понимаешь? Так что у меня... Ваш заказ. Спасибо. У меня иммунитет с самого детства. Вам воды? Горячей, холодной? Кипяченой из-под крана? Понял. Ну, Кирюха, звезда Ютуба. Серьезно? Ну, конечно. Я так понимаю, доедать не будешь? В смысле не буду? Я же заплатил. Тебя два раза! Фестиваль! Кирилл! Что такое, маленький? Там, походу, в стакане не мука была. Все! Все, 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 давай заканчивай, давай, давай, говори. Для вас выступала команда НОС, давай. Для вас выступала команда НОС. Нет, плохо, плохо, я сам скажу, сам. Для вас выступала команда НОС! Я проснувся зранку в п'ять, накормив корову, їж фіртку на замочок, і тепер в Одесі я. Костюм пахне дідом і моїм обідом, борщ. Я уже приїхав, бо ця ліга хоче сміху. Привіт, Одеса, привіт! Ловайте трохи! Так, о, Ружик! Ти вже покурив? Все, нормально, вставай, вставай. Знакомтесь, це Ружик. Ямка, оце такий конь. Що він в нас в селі витворяє? Таке вимачує. Ружик, ну скажи, скажи. Коротше. Все. Як ми познайомились? Сидімо з Владиславом у мене вдома, п'ємо глінтвейн. Холодний. Ну, виходить, вино обичне. Да, біле. Вот. Бачу, хтось мої ворота пиляє. Йому, чуєш ти? Ну там, ще слова додав. А він мені своїм помахуй. Ворота на плечі і на металолом. Ми вмерли, це конь, я вам говорю. Ружик,
цей, мочкани щось. Давай. Куди Ружик пішов? Ткач сидить, ти що, дурний? Ружик, коротше, йди за куліси, ще подумай, а ми поки щось покажемо. Давай. А що ви зібрались показувати без лучшої актриси Ліги Сміха? Настя, вопрос. Ти цей кубок хоть колись знімаєш? Нет, даже во время секса. Мене вон Владик за цей місяць вже 2 сотрясіння заробив. Дуже смішно, Настя. Так, давай по старій схемі. Танцюй і об'являй номера. Поїхали. Танцювати не буду. Об'являти – окей. Но я буду це робити як лучша актриса Ліги Сміха. Настя, ти будеш танцювати? Я сказала – не буду. Настя, ти що думаєш, що наша команда не може без цих дебільних танців, ти ошибаєшся? Моя провінція завжди славилась в першу очередь качественним юмором. Об'являй, актриса. Лучша актриса. Вопроси бувають різні. Бувають смішні. Да? Бувають странні. А бувають неудобні. І так ситуація. Син задав батьку неудобний вопрос. Чуєш, пап? А що? Такий вопросик. А чого ти постійно бухаєш? Чув? А? Може тобі краще про секс розказати? А з ким? З мамою чи тітею Любою? Дивись, я бухаю, бо, по-перше, мені нравиться. Друге, це дуже прикольно, поняв? Ігри бувають різні. Бувають веселі. Бувають скучні. О, Боже! Як скучно! Да? А бувають рольові. І так, сім'я, яка рішила попробувати рольові ігри. Сюди! Валера, мені кажеться, ти заігрався. Рот закрийся, щас в бороду дам, ти ляжеш. Я по-любому ляжу. В цьому якби є смисл рольових ігор, Валера. Хочеш щось поміняти? Окей, давай просто не будемо виганяти кота. Хай собі дивиться. Сюди! Дура! О, Господи, Валера, от скажи, чому ваш секс завжди починається по-разному, а закінчується завжди одинаково? Чи ти ревеш постійно? Чи ти ревеш? Ситуации в жизни бывают разные. Бывают страшные. А-а-а! Нет! Бывают приятные. О, да!
а бывают жесткие. И так ситуация. Две бабки на ставку. Что вам нужно? Уже пенсию получили? Я тебя прошу. Дві тисячі гривень – це пенсія, по-твоєму? Всю життя работала, щоб цей мізер О, трьохмасне. Ой, а у вас-то що, проблеми? В мене он додід, типа зав'язався. Все равно п'є, скотина. Господи, за що мені це? Що ти плачеш? Дурна, не плач! Диви. Що це ви таке робите? Попробуй! А ну-ка! Давай! Онто! Все? Весело! Все, я пішла додому, мені треба ще дрова порубати. Куда? Дрова в неділю. То ж гріх. Тоді в церкву сходим. Все, котики, покупались і додому, добре. і додому. Гайда. Слухайте, ну і в кінці, понятно, що... Що, мочканув щось? Я вам казав, він моче, капець, зараз вообще вмрете. А ну, розказуй. На телефон зняв? Ага. Ой, блін. Ви б це бачили, це капець. Моя провінція, спасибо. Ну чё, охрана провтыкала? А мы не с пустыми руками, да, на сцене ужгородские панки. Добрый вечер. Сейчас мы жахнем током случайных трех людей из зала. А чё есть-то, а? Чё есть-то, а? Как неожиданно и приятно. Ну что, девочки? Мальчики и не определившиеся. Зал заряжен, парни заряжены, к номерам! Да! Роднулечки, подскажите, чем ожоги мазать? Ладно. Я в аптеку, вы смотрите. Женщина, которая не умеет делать кыс-кыс. Котик! Убежала. Птичка! Улетела. О, Валера идет. Игорь, не мой день сегодня. Боже, девочки, как у вас в Одессе все здесь красиво. Морька, привозик, но simply the best. Очень красивая бомжиха. Ого, какая красивая бомжиха. А молодой человек? Да. Отдайте 10 гривен. На покушать? На тоналку.
Недавно Петр Алексеевич Порошенко. А, к черту Порошенко! Посмотрите, какая красивая бомжиха! Ребята, выходите! Посмотрите, какая же она красивая! Какая красивая бомжиха! А молодой человек? Да. А дайте 10 гривен. На тоналку? На хайлайтер. Натусик, ты лимончик скушала? Улыбайся. Да-да, вечно можно смотреть на три вещи. Огонь, клипы Натальи Могилевской и очень красивую бомжиху. Вот ребята работают по схеме. Ого, какая красивая бомжиха! Да! Ах, умагаш! Умагаш! Что это такое яркое? Что это такое яркое? Это что, солнышко? Нет, Дантес, это ты. Сегодня просто ослепительный. Напомнил, банда слепых на разборках. Ну чё, пацаны, погнали! Кто стрелял? Кто стрелял? Перекличка! Андрей! Есть! Жека! Здесь! Паша! Yes. Козуб! 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 Но вот как? Вот как? Мы взрослые, здоровые, ну почти люди. А показываем такую фигню. Но мы же панки, творим, что хотим. А знаешь, что такие панки? Ну? Это те, которые все всегда выводят на позитив. Да, я скоро стану отцом. Да, не в тему. Но как позитивно. Сумасшедший радужный енот из Ужгорода. Давай, давай, Андрюша, давай, иди вперед. Ребята, только тихо, хорошо? Тихо, даже не дышать. Чу, все. Давай. Борщом пахнет. Ткач, я тебя попросил не дышать, что ты начинаешь? Становись вот сюда, вот здесь. Выпрямься, голову ровно. Раз, два, три! Мы на Лиге Смеха, чувак! У меня не было женщины 6 лет. Иди колотить меня в коромесло! Мой парень лох, мой парень лох. Тебе уже 30. Мой парень лох, мой парень лох. Андрюха! Значит, ребят, нам сразу хотим сказать, мы хотим взять Ткача. Взять его вот так вот за щечки и сказать: Юра, Юрочка, Юра, мальчик ты наш, какой ты красивый, Юрочка, какой ты прекрасный артист, как же хорошо с тобой, о, сколько тебе комплиментов отпускаешь. Я Юрий Ткач.
Нет, ты не полноценный ткач. Че, я не полноценный ткач? А, да, теперь я Юрка. Юрка, да, теперь я Юрка. Теперь я Юрка. Не делай так. Окей. Це якщо я Юрка Ткач, я можу показувати мініатюри. Ребята, так представте, Юрій Ткач проти шведського стола. Так, що у нас тут? Салатик? Тихо, маленький, тихо. Все. Що у нас тут? Парні котлетки? Такі самостоятельні стали, ти що ти ж? Так, свіна отбивна. Опа! А ти що так мінь? Осыпается листва, наступают холода, а веселая шпана не скучает никогда. Фу, изжога. Кровь разгонится вагон, а на погоду нам чихать. И пойдем по переулкам. Фу, да что ж такое? Приключения! Искать! Я это видел один? Да, ты это видел один. Ясно. Ладно, давайте. О, дядя, друга своего угомони! Что такое? Друга своего угомони! Кто ты такой? Друга своего угомони! Кто ты такая, я? Друга своего угомони! Пьяная Могилевская? Друга своего угомони! Трезвая Могилевская? Друга своего угомони! Вообще Могилевская... Я думаю, мы поняли друг друга, а ты угомони своего друга. Оу. Я это видел один? Нет, ты это видел два. А, круто. Итак, представьте, стадо коров решило обмануть пастуха. Мяу! Это было весело. Это было классно. Классно, супер. Было прикольно. Ай, не грузит ты нас, начальник. Стукачей здесь не сыскать. И на все твои талмуды. А малолеткам наплевать, а не боимся мы закона. Что же время зря терять лагерями и карцерами? Ай, братву, не запугать, на параше место ваше! Я что-то непонятное сказал первый раз или что? Друга угомони! Ты что ты хочешь от нас? Друга угомони! Ты же, чувак, что ты такой борзый? Ты что считаешь, что тут самый сильный на фестивале? А что думаешь, есть кто-то сильнее? Ну, я не знаю, к примеру, ну вон, самый сильный человек, я думаю, он. Вот это самый сильный? Я думаю, да. Женщина вас как зовут? Чувак, иди свою дорогу! Друга Бабушка вернулась со встречи выпускников 1967 года выпуска. Ромашка белая, лепесточки нежные, а мне дороже всех цветов. Лишь она моя любовь. Бабушка достает ключи от своей квартиры, пока что своей. Так... О, внучок меня встречает! Бабушка! О, а где твоя остальная челюсть? Федор Степанович, гад такой, что ж ты нарубил? Что тут все, что сделал? Все, нормально. Мужики, спасибо.
Спасибо, реально, что поговорили. Спасибо, что угомонили своего друга. Все, можно кайфовать. Oh, you can hear my cry, see my dreams all die, whenever standing on your own. Мужики, так не пойдет, вы его только угомонили. Что он делает? Что ты делаешь? Ты что, не видишь, как его песни на меня действуют? Останавливай! Ты что, слушай, живой раздевается? А, одежда заканчивается. Ты что, дурак, что ли? Нет, куда не снимай! Ты что ты делаешь? Братва! Как часто жизнь преподносит сюрпризы. И не ведаем мы, что нас ждет. Быть может, ты станешь звездой антрепризы, а может, и сжога пройдет. И не важно, что между нами. Может, солнце, а может, и вьюга. Главное, помни только одно. Угомони своего друга! Любимый город Харьков! Ву! 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 Бра! Ту-ту-ту! Лови кураж, вышел! Хейтер, тише! Кураж вышел! Кураж взял и вышел! Делай громче, мы не слышим! Делай бу! Мы пошли в игру, в теме мы все тру. Наш кураж будет разрывать из-за ту-ту-ту. Молодежь, стиль плюс эпатаж, все вошли в мандраж. Открывайте окна, двери, ведь мы лови! Кураж! Привет, здорово! What's up, people? Перед вами поколение Z. Yes, you're right. Вот Рома знает английский. Yes, you're left. Правда, выучил он его в польской школе английского языка. Kuro is the capital of Great Britain. Окей, пацаны, кого из тренеров выбираем? Ну смотри, есть много прикольных. Есть Баклан, есть Ткач, есть Ротару, есть еще вот... Ты чё? Это ж Наталья Могилевская. Могилевская? Ну да! Так а в чём разница? Ну как это в чём разница? Ну сейчас. Алло, мам? А в чём разница между Могилевской и Ротару? Да не гони. Да, покушал. Да, девочка есть. Да, она об этом знает. Мам, дай папу. Алло, пап? Да, живой. Слушай, подожди, а в чем все-таки разница? А, прикиньте, это два разных человека. Да ладно, Наталья, ну вы же понимаете, это рофл. Ну, пранк по-нашему. Все, понятно, да? Окей. Все, ну чё, Одесса, а теперь покажем то, что не смогли предсказать даже в Симпсонах. Тик-ток! Ну чё, Одесса, а теперь покуражимся! Современное поколение тяжело удивить. И иногда в погоне за эмоциями можно зайти очень далеко. Добро пожаловать в наш музей радиоактивных веществ. Значит, тут у нас цезий, бериллий, плутон. А уран есть? Не знаю, еще не доходили.
Знаете, очень часто говорят, что мы потерянное поколение. Но это не так. Не верите нам? Пожалуйста. Вот такая вот у нас молодежь. Да, другая. Да, немножко как бы это сдвинуто на своих компьютерах, интернетах. Но душа у них живая. Я считаю, что это достойное начало для фестиваля. Лови кураж, Киев! Панки хой, дамы и господа, на сцене юмористический андерграунд. Вы команда, в которой только автор и реквизитор. Я придумываю шутки, Саша находит под них реквизит. Если чисто случайно я скажу «случай в подъезде», я просто возьму и разбросаю шприцы. А если я достану вот эти вот свежие круассаны? Все поймут, что это подъезд дома, который находится на Французском бульваре. Ну и, конечно же, хочется в него зайти и подняться на второй этаж. А тут оп! Эти! Саш, ну опять наркоманы. Руслан, мысли шире, надписи на стенах. Лена овца, Вадик лох, Цой жив. Сань, ну такое. Хорошо, пусть будут наркоманы, заодно с реквизитом мне помогут. Слушайте, ну с этим уже можно таки работать. Забыли сказать, с нами играет Максим Сергеевич Иваницкий. Дело в том, что Максим — наша массовка. Пожалуйста, гениальный случай в очереди. Но, к сожалению, больше массовых сцен у нас не будет, поэтому, Максим, спасибо, до свидания. Как полагается, наняли нормальных актеров, чтобы они у нас сыграли в нормальных случаях. Первый случай называется «Случай в квартире». Саш, подготовь. О! Саня, это что? Плинтуса! Зачем? А где ты видел квартиру без плинтусов? Ты не реквизитор, ты сказка. Спасибо. Осталось только понять, кто в квартире. Конечно, Стас Шуринс. Кто? Конечно, Стас Шуринс. Участник суперфинала украинской «Фабрики звезд» в 2010-м проиграл Дантесу. Странный костюм Стаса Шуринса. Руслан, его 10 лет никто не видел. Возможно, сегодня он выглядит именно так. Логично, Стас Шуринс в квартире, смотрим. Алло? Станислав, здравствуйте. Это новый канал. Тут такая ситуация. Мы в 2010-м неправильно посчитали зрительские смс-ки. На самом деле, вы выиграли суперфинал украинской «Фабрики звезд». Поздравляю! Я тебя ненавижу, Дантес. Конец миниатюры! Hey! В конце каждого случая актеры будут умирать, потому что я так придумал, и по-другому не будет. Русик, вопросик. А у нас будет миниатюра «Самый плохой костюм магистра Йоды из вселенной «Звездных войн»? Да не, это дичь какая-то. Согласен, я как раз реквизит не подготовил. Ну, оформи тогда случай в супермаркете. О! Сань, бейджик. Руслан, ну а как зритель поймет, кто из них продавщица? Ну, Сань, мелковато. Мелковато? Хорошо, наркоманы, заносите. Заносите. О! Молекула водорода. Зачем?
Для атмосферы. Ну, вот теперь ты реквизитный король. Спасибо. В случае в супермаркете Сильпо, там нет очереди, это ж не АТБ. Смотрим. Здравствуйте, Татьяна. Доброго дня. Не знаю, как вас звать, бо вы без бейджа. Вообще-то я пришел жаловаться. Почему у меня чеки в предбаченнях? Написано, ты завтра сдохнешь. А что купляли? Сигареты. Ну, складіть два факта в голові. Боже, ужасный сервис, вообще кто это валяется? Він вчора с таким самым передбаченням приходив. Значит, это правда? Пробейте мне яблоко. На що? Я вам покажу самый тупорылый фокус в мире. Пип. Конец миниатюры! Русик, все актеры мертвы, а у нас остался еще маленький случай. Максим, тебе повезло, будем раскрывать твой актерский потенциал. Потанцевал. Я видел, очень красиво. Спасибо. Ты сыграешь случай на птицефабрике. О, шприцы и тут подходят, курей же накалывают. Сань, ты реквизитный Илон Маск. Кто? Тебе послышалось, но миниатюра начнется вот буквально сейчас. Ого! Конец миниатюры! Хей! Как все вы поняли, мы стали заложниками ситуации, которую сами же создали. Мы тоже выступали и тоже должны умереть. Поэтому. 3, 4. Оу, ноу. Наконец-то! Руслан, получается, Цой сделал большой взрыв, и мы создали свою вселенную? Сань, каждая команда, которая выступает на этой сцене, создает свою уникальную вселенную. Ого! Ага. Ну-ну! Круто, необычно. Ого! Город грехов.